сегодня, я надеюсь на это, я мечтаю о том, что когда-нибудь вы с дипломом педагогического вуза переступите порог своей родной школы, придете к директору и скажете: «Я окончила педагогический вуз, примите меня на работу». Ученики психолога педагогических классов без работы остаться не должны. На занятиях их научат общаться с людьми, анализировать поступки, выходить из кризисных ситуаций. Навыки полезные для любой профессии. Девятиклассница Ольга Юрченко все же мечтает стать именно педагогом. От мамы узнала, можно подготовиться к поступлению в старших классах. И когда я начала думать над этим предложением, я поняла, что это очень интересная возможность. И уроки педагогики помогут мне в будущем, потому что я очень хочу связать свою жизнь с педагогикой. Я хочу преподавать русский язык для иностранных граждан. Я сам по себе гуманитарий. Я очень люблю литературу, обществознание, русский. Почву в БГПУ подготовили не только для гуманитариев, но и для технарей, заманивают будущих учеников нанотехнологиями. Так понимающих языки программирования научат писать программы и приложения. В принципе, я думаю, что достаточно посмотреть несколько обучающих видеороликов, либо провести время с конкретным наставником, и будет все понятно, и можно будет очень быстро создать похожие приложения. Соответственно, это правда несложно. Главное – иметь какое-то стремление к тому, чтобы создать хороший продукт. При этом ученики, ушедшие в профиль, по будням будут заниматься по школьной программе, на доп. И ездить в выходной. Старшеклассники сами решат, чем занять 2 часа университетской субботы, ставить опыты или учить историю. Направление можно попробовать и сменить, но только один раз. Обязательно для всех пары по педагогике и психологии. На наш взгляд, психолого-педагогический класс – это наиболее универсальное направление для подготовки старшеклассника к выбору профессии, потому что здесь в рамках изучения педагогики и психологии основной акцент будет делаться на осознанный выбор себя в будущем, на возможность работать в команде, на умение проявлять себя как лидера. Класс открывают в 5 городских школах 2, 22, 24, 26 и Алексеевской гимназии, в каждом до 30 мест. Записаться получится до 10 июля. Если после 11-го выпускник продолжит учительский путь, получит бонус. В БГПУ при поступлении прибавят 5 баллов. Еще одно новшество – прокурорский класс с упором на юридическую подготовку. Его открывают в 5-й школе. Алена Лепкалова, Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».